Сейчас отвезла внучку на плавание. Сама припарковала машину. Может, возле клиники дорого. Ой. Боже, у меня аж голова закрутила. Я думала, что моя машина уезжает. Хотела схватиться за тормоз. Я сама как тормоз. У меня голова закружилась. Здесь такие красивые места, хочу вам показать. И такой домик. Сейчас. Здесь такое красивое растение, типа рябины. Потом такой домик для детей. Здесь часто такие делают, чтобы дети лазили. Здесь такая красота. Прямо как лес. Здесь. Таким балконом, как дворец. Дворец короля. Там такая мебель. Это на одну семью дом. Мои дорогие. Далеко припарковала машину. И мне надо аж до того здания с рыжими окнами. С оранжевым пройти. Там парковка в этой клинике очень дорогая. Если там непосредственно парковаться. Дают только скидку членам семьи, если жена рожает, а мужу дают там парковку на это время. А для остальных очень дорого. Вот эта парковка. Вот это такой парк-дек. Там автоматы стоят, но очень дорого. Здесь такие красные каштаны. Моей внучке надо плавание для школы и свободный бассейн только здесь. Вот сигареты для больных, автомат сигаретный рядом с клиникой. Кому надо покурить, хотя им нельзя курить, мои дорогие. На таком диванчике мой дом на улице. Здесь такой тунгебун. Березки даже есть, рябинки. Ich wollte Aber ohne Helm sieht das viel toller aus. Nein, muss immer mit Helm. Типичный фактор так Германии. Мужчины собираются, берут такой бойлер-вагон, пиво и празднуют вот так. Это типичное, как немцы День Отца празднуют, мои дорогие.
На каждом углу, в каждом гараже вот так собираются мужчины, папы с пивом. Или с таким бойлер-вагоном. Папочки уже залезли на сцену с своим пивом и делают нам здесь бесплатный концерт. Мои дорогие. Nope. Thank you.